Строительная компания «Селф» восстанавливает и доделывает за другими уже не первый недостроенный объект. На этот раз детский сад. Предыдущий застройщик оставил новому только забор, временное электричество, фундамент цокольного этажа. На сегодняшний момент ведутся работы по монтажу стеновых панелей первого и второго этажа, по засыпке грунтом цокольной части здания, подготовке под устройство полы, устройство полов. Работа ведется быстро и непрерывно. Нужно успеть собрать каркас здания до затяжных дождей и первых холодов. Скоро в будущем детском саду установят пластиковые окна. Когда закончат этот этап, проведут отопление, что ускорит темпы строительства. К слову, детский сад в этом районе города очень ждут. Он находится в одной из массово застраиваемых территорий города Барнаула. Очень много новостроек, и они действительно требуют к себе социальную инфраструктуру. Город это реализовывает, то есть строит школы, строит сады. Это один из многих садов, которые сегодня реализуются в ближайших, в том числе в этом микрорайоне. Работы на объекте остается еще очень много, а сроки довольно сжатые. Инженеры говорят, что стройка может закончиться быстрее, если сохранится слаженная командная работа городских властей и застройщика. И тогда, возможно, уже в следующем году 275 малышей пойдут в новый детский сад с веселым названием «Арбуз-карапуз». Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.